мы с братом закрыли намертво ворота и следили, чтобы никто к нам из соседей не зашел, потому что надеяться на соседей нельзя было. Господи, не приводи этого никогда. Дай Бог, чтобы было всегда мирно. Они сказали, мы спрячем тебя, не волнуйся. Только наша семья могла приехать. Он больше никуда не пошел, он еврей. Поэтому мы были научены на своей семье и все силы приложили, чтобы спасти Семена воин. На счету, на виду. Надо думать, кто к нам пришел. Мне кажется, что даже если у кого-то, возможно, возникали какие-то желания быть другой национальности, они оставляли бы это внутри себя.